и обратно, да, собирается? Да. Еще раз пройти тяжелый путь. Ну, оттуда не может выйти, наверное, должен. А фонтан не особо удачный. Да, неудачный, и он разбрызгивает до нас даже. От ветра, да. Да, не так. От фонтана убежали люди. Болельщики. Агарон.
солнце вроде зашло. Где-то на той стороне акробатический танец. Идем смотреть танец, а потом вернемся сюда. Да, девушку зовут Эвелина, а парня не знаю. А парня мы не танцуют, или это где-то в другом месте? Это воздушная акробатика называется, это не танец. А что они делают? По канату спускаются? Они просто по канату спускаются, но преодолевают страх высоты, который может быть у некоторых. У них его нет. Что-то мне кажется, я тоже смогу так спуститься. Не знаю, я разочарован этим номером. Пока что, может быть. Ты знаешь, это утомляет все время, подняв голову на лицо. Да. У меня начала кружиться голова. Вот ниже уже как-то легче смотрится. Начала быстрее, обгоняет. А парень светловолосый, да? Мне так кажется. Не знаю, ну пепельный какой-то. Да, светловолосый. Вот. Вот наконец много. Да. Вот этого я бы не смог. Здорово, какое ощущение я представляю. Прилетел. Разлетается. Ай, как интересно, смотри. Красиво. Отталкиваются от стены. Поменяли канаты, да? А это интересно вот так посмотреть. Thank you.
так трудно будет, она, я приближаю. Надо очень стабильно держать. Да, это красиво получилось. Не только вижу, но и понимаю. Все, кончилось. Отличный был номер. Посмотрим дальше, что нам приготовили. Все, молодцы. Не ошиблась, он светловолосый. Да, вот герой и героиня. Ну, пошли. Будем ждать. Дальнейшего. Записалась на прием Космо... Что там? Космолазер. Ребята, тренируются или самодеятельность какая-то? Непонятно. А это здание районной мэрии. Арабиш. О! Смотрите, кто пришел. И с кем? С кем ты пришел? С папой. С папой, да. А где папа? И Месси позвонили, она была занята. Вот уже выше бабушки. Уже на своем этом. Как он называется? Hoverboard. Нам сказали какой-то гироскутер или что-то такое. Гироскутер еще называют. Гироскутер. Да. Скутер. Армен знает это все. И владеет как совершенством. Мало нам столько акробатики еще, Армен. Наши ведущие. Аарон, да? Вот Аарон. Будут прыжки. Роп, джампинг, скрим оф сол. Ветстари с Баумен Айспорто. Там производятся шедевры. Странно, как мало зрителей, посмотрю, с жителей зданий. Да. Практически никого нет. Правда, зрители, а вот в старых домах, помнишь? Да, там любопытные. Все в окна. А может, не живут? Может, они не населены? Занятые люди уже, деньги заработали.
на всем пространстве ни одной урны. А, вот, она и заняла там теплую позицию. И объявляет, чего все торчат с поднятыми головами, и вдруг он оттуда неожиданно прыгает. Высота где-то 60-65 метров 16-этажного здания. Честно говоря, у меня уже шея болит смотреть. Вроде что-то намечается. Следующего воскресенья. Да. Что было сегодня точно хорошо, это погода. Да, погода, конечно, была на руку всему этому, да. Ну вот такой день вышел. Спортивно. Наблюдатель. Акробатически. Акробатически.